Yulia Navalnaya, wife of the Russian opposition activist Alexei Navalny who died in prison on February 16, has spoken at the Munich conference, saying that she did not believe the terrible news spread by the Russian authorities. Opposition activist's wife appealed to Putin's regime. She said that Putin and his entourage will soon be held responsible for what they have done to Russia and the Navalny family. It should be noted that the cause of Navalny's death is unknown. According to preliminary estimates, Navalny's death has been caused by thrombosis. Спасибо конференции, что дали мне главную сцену. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верите или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы. Спасибо большое.